Добрый день. Сегодня мы поговорим о шахматах, о мифах и реальностях пользы этого так и не выясненного предмета, чем являются шахматы. Как говорил патриарх советских шахмат Михаил Моисеевич Ботвинник, шахматы – это наука, искусство и спорт. И я склонен верить этому сложному определению, хотя, наверное, любой человек, который имеет отношение только к науке, только к искусству, либо только к спорту, не совсем согласится. Но вот если говорить о науке, то следует сказать о том, что шахматы вообще зародились где-то в 5-6 веке. Зародились они в Индии и долго странствовали по свету, и в итоге до нас дошли вот в том виде, в котором они существуют. И существует такая легенда, что когда брамин, который придумал шахматы в Индии, научил этой игре знатного раджу в Индии, раджу, как великодушный хозяин, предложил брамину выбрать любое вознаграждение, которое тот пожелает. На что брамин ответил: мне особых богатств не надо, положи мне одно зернышко на одну клетку, два зерна на вторую, четыре на третью и далее в геометрической прогрессии. А сначала раджу рассмеялся, но потом, по мере заполнения клеток, напомню, что на шахматной доске 64 клетки, выяснилось, что во всем мире не выращивается столько зерна, сколько необходимо положить на шахматную доску в соответствии с пожеланиями брамина. Если перевести это на сегодняшний язык, то это 180 тысяч кубических километров хранилища, в которое должно поместиться вот это вот зерно. Даже сегодня столько зерна не выращивается. Это говорит о том, что шахматы очень многообразны. Количество вариантов настолько большое, что даже современные компьютеры не могут до конца просчитать эту игру. К сожалению, многие люди сравнивают шахматы и шашки. В чем-то они похожи в размере доски, хотя есть и стоклеточные шашки. Но поскольку в шахматах каждая фигура еще обладает своей уникальностью, своими возможностями, то после каждого хода количество возможных разветвлений увеличивается. И поэтому количество тех позиций, которые могут сложиться, они также растут в геометрической прогрессии. Именно поэтому компьютерам сегодня, на сегодняшний день шахматы еще не подвластны. И поэтому стоит говорить о том, что это действительно наука. Наука, которую еще долгое-долгое время предстоит изучать. Почему шахматы искусство? Очень многие шахматисты, те, которые видят ценность, возможности каждой фигуры, они действительно по достоинству оценивают красивые комбинации. Ведь результат в шахматах, хороший, красивый результат, он достигается именно гармоничным взаимодействием всех фигур на доске. И те люди, которые понимают возможности этого взаимодействия, они способны оценить истинную красоту той или иной комбинации. Недаром в шахматах существует такая тренировка, как решение этюдов. Именно этюдов. Этюды — это такие задачи, в которых решение достигается не просто единственными ходами, а нестандартными ходами, которые сразу не придут в голову и которые действительно очень красивы. Это как те люди, которые разбираются в искусстве, в живописи, могут увидеть красоту картины, могут увидеть красоту пейзажа, так и люди, которые понимают нюансы шахмат, они могут увидеть всю красоту и глубину шахматной игры. И действительно, профессионалы за шахматной доской, они, по сути, рисуют свои картины, они творят произведения. Это не просто алгоритмичный набор вариантов, а это поиск, связанный с постоянной красотой. Если говорить про спорт, то самый энергопотребляющий орган в человеческом организме – это мозг. И поэтому
профессионально занимающиеся шахматами люди, они должны иметь хорошую физическую форму. Если говорить вот об одном из самых распространенных мифов, то очень многие считают шахматистов так называемыми ботанами, неспортивными людьми. При этом все те люди, которые были чемпионами мира по шахматам, они имеют вполне атлетичное телосложение. С учетом того, что таких людей было немного, можно всех посмотреть. Если посмотреть на сегодняшнего чемпиона мира, который сложил с себя полномочия, не будет защищать свой титул, но еще является Магнус Карлсен, норвежец, у него прекрасная физическая форма. И действительно, чтобы сыграть хорошую партию, гроссмейстеру требуется 7 часов. Попробуйте 7 часов неотрывно думать, и вы поймете, что это приводит к огромным физическим затратам. Достаточно упомянуть, что при подготовке к серьезным турнирам гроссмейстеры как минимум 3 часа в день уделяют физической подготовке. Плавание, бег и так далее. По-другому 7 часов интенсивного мыслительного напряжения выдержать невозможно. Но если говорить о шахматах не в профессиональном смысле слова, потому что далеко не всем уготовано стать профессионалами, я бы хотел поговорить о том, что насколько полезно шахматам обучать детей, да и взрослым можно обучаться. Шахматы – одна из немногих игр, которые задействуют и левое, и правое полушарие. Как мы помним, левое полушарие у нас отвечает за логику, а правое полушарие нам позволяет именно широко мыслить, определять стратегию, видеть ширину. Обучаясь игре в шахматы, человек развивает в себе эти качества, и позволяет, это ему позволяет развить оба полушария. Также шахматы, если ребенок играет в шахматы, шахматная партия – это своего рода контрольная работа. То есть, обучаясь игре в шахматы, человек, по сути, испытывает такой кратковременный стресс. Сыграв одну партию в шахматы, он испытывает кратковременный стресс, именно поэтому существует хорошая кандидатская диссертация одного из тренеров женской сборной России Александра Рязанцева, которая, по сути, доказывает с использованием практических примеров о том, насколько легче детям, обучающимся в шахматы, причем не на профессиональном уровне, а просто знакомыми с шахматами, дается написание контрольных работ. То есть они умеют концентрироваться на необходимое количество времени и выдавать результат. Концентрация – это то, к чему шахматы как раз учат. Шахматы – одно из главных их качеств. Шахматы учат, в отличие, наверное, от всех других видов спорта, они учат человека, что только он несет ответственность за свои поступки. Потому что если во всех других видах спорта можно свалить на проблемы, собственные, можно свалить на то, что где-то судья вмешался в игру, где-то ветер подул не оттуда, то в шахматах влияние судьи, оно по большому счету исключено, только если нет такого прямого нарушения правил, но это уже что-то из ряда вон выходящее. И поэтому шахматисты, они привыкают к тому, что проигранная партия – это исключительно путь к своему совершенствованию. И после проигранной партии шахматист ищет свои ошибки. Все ошибки заключаются ровно в том, что где-то была недоработка. Шахматы учат тому, что помимо своих ходов есть ходы соперника. И всегда шахматисты просчитывают последствия своих ходов. Они это делают как за шахматной партией, так и в жизни. Поэтому стоит привести пример Армении, в которой в течение уже почти 20 лет урок шахмат для начальных классов является обязательным. Через 15 лет после внедрения обязательного урока шахмат те люди, которые исследовали влияние на детей, обнаружили, что потребление наркотиков сократилось в стране в 10 раз. Если возвращаться к книге, которую написал Гарри Каспаров «Шахматы как модель жизни», то, наверное, одним из
главных выводов, которые можно из нее сделать и которые действительно существуют на практике, это то, что нет плохих фигур ни в жизни, ни на шахматной доске. В шахматах каждая фигура несет свою ценность, но исключительно человек, управляющий шахматами, способен найти правильное применение этой фигуре, способен выстроить ту гармонию, в которой эти фигуры достигают необходимого результата. И очень часто в жизни нам не хватает этого. Мы считаем, что от плохих людей надо избавляться на работе, надо брать более лучших людей, но проблема не в людях. Проблема в нас, как в руководителях, в том, что мы не смогли найти нужного применения этим людям. Если мы не создали команду, то это приводит к проблемам, а проблемы, как я говорил ранее, шахматы учат, что проблемы всегда находятся внутри нас. И, наверное, в завершении следует сказать, что даже те люди, которые не очень хорошо не разбираются в математике, они просто, если не расположен мозг к тому, что правое полушарие очень сильно развито, вот был такой чемпион мира Алехин, которого все, многие знают, даже те, кто не играл в шахматы, многие слышали, у него по точным наукам никогда не было выше тройки. Но это человек, который стал чемпионом мира по шахматам, который мог давать сеанс одновременной игры вслепую, то есть не видя ни досок, ни соперников, более чем на 30 досках одновременно он мог играть. Поэтому учитесь играть в шахматы. Эта игра позволит вам развить мозг, позволит почувствовать красоту, ну и заставит вас заниматься спортом.